ногу. Без милой не могу, изо всех сил бегу к тебе, милая. Падая, где же ты, моя сеть закрыла. Мы с Софией едем в паб смотреть Олимпиаду. Настроение. Настроение на высоте. Приглашаю вас с нами. Я закрою твое сердце, если песков оладеться, как воспоминания из детства. Я люблю тебя, пиздец, девочка, знай, если ты рядом, это мой рай. Я выдохну, блин, давай с тобой помолчим, посидим. Мы пришли в клуб, чтобы с большим количеством людей посмотреть Олимпиаду, но здесь кроме нас нет ни одного человека вообще. Нам принесли целую огромную кастрюлю супца. Надо мужа на помощь вызывать. Мы все это не съедим. Сейчас еще курицу принесут. Да, осталось 2 минуты. А тут ничего себе полюбили. В игре София даже очки надела, чтобы лучше было видеть. Переживает чего-то. Вернем гидариса. Я в такие прекрасные моменты всегда плачу. Что-то у меня, наверное, с психикой не то. Слишком трогательное стало в последнее время. Вижу что-то красивое, плачу. Некрасивое, плачу. О, нам принесли какой-то чикен, который пахнет просто сногсшибательно. Первый раз такой. Нэмсэ чугидзэн. Тэйба. Его там чикен нэмсэ. А мне еще эту кастрюльку с супом нужно доедать. Эх, прекрасно сидим, смотрим Олимпиаду. Жаль, что ни одного человека больше нет в кафе. У корейцев просто еще время ужина. Они сейчас ужинают, кушают нормальную, такую, ну, полноценную еду. Для корейцев это едой не считается, это считается закуской. Поэтому сейчас они все поедят нормальной еды и сбегутся вот в такие заведения, в котором мы сейчас сидим. Паб. Но это не паб скорее. Хотя это называется паб. Машинами все заставлено, то есть люди сейчас все выползли из дома, все где-то сейчас едят. Сейчас поедят и придут. Ну, мощисо, а не мен мощисо. Мощисо. 한국 좋아? 응. 자랑해? 응. 일본. 자랑스러운 한국이야. 일본 아니고? 아니, 비교 못해. 좋은 건 한국. 어? 제일 좋은 건 한국. 그 다음? 일본. 그 다음? 러시아. 러시아? 고마워. 아니야, 아니야. 러시. 첫 번째 한국, 두 번째 러시아, 세 번째 일본. 아. Ну вот. Уже лучше.
пришла целая куча народа. И мы уже пожалели. Ничего не слышно, да? А мы гнадали. Вообще ничего не слышно, ничего не видно. Сплошной шум. Короче, полный, как я и говорила, все покушали в ресторане и все пришли сюда. Улиточки! Реакция корейцев. Когда зажигали огонь, никто не отреагировал. А когда вышли... Короче, когда вышли танцульки какие-то, все сразу оживились. Софья тоже их знает, и что-то она рада, но я не в теме, короче, я не в теме. О, ну Корея без этого была бы не Корея, конечно. Танго? Хангусарами. Тэквондо. Все? Нифига не все, это только начало. Это только начало. Вот с таким ртом смотрят корейцы свои олимпиады. С открытым. Корейцы такие шумные и веселые, не из-за олимпиады, они всегда такие каждый вечер. Супер, выщем-щебе. А? Тебе как, а? Тебе как, а? Как удалить? Оди как, а? Найт-клаб как, а? Оди. Они... Могу кёпчатку. А-а-а. Коман могу. Соня решила обожраться на всю оставшуюся жизнь. Да? Признаюсь тебе в любви перед микрофоном. Глупо может быть, так и есть. Я когда-то в тебя влюбился.